Зато Фокино приводит в порядок муниципальные автомобильные дороги общего пользования и межквартальные проезды. Также проводится благоустройство придомовых территорий. В городском округе Зато-Фокино продолжается благоустройство территории. Дорожники полным ходом ремонтируют муниципальные автодороги и межквартальные проезды. В этом году за летний период ремонтные работы будут выполнены на 5 объектах. Уже завершен ремонт участка автодороги Фокино-поселок Дунай протяженностью около 1 километра. В разгаре реконструкция дороги до станции Стрелковая. На данный момент мы находимся на реконструкции дороги. Это Фокино под Япольск, вернее, не сам под Япольск, а станция Стрелковая. Так скажем, уложено, предварительно уложено покрытие 2 километра 600 метров от Фокино до ТБО. Вот сейчас мы находимся, идет устройство обочины. Уже практически дорога закончена, практически отсыпка этой дороги закончена. Полностью дорожные работы на данном участке планируют завершить в следующем году. В настоящее время работники подрядной организации ведут ремонт дорожного покрытия вдоль улицы Мищенко и в районе рынка Универсальный. Выполнена подсыпка дороги по улице Госпитальной, которая, по оценке специалистов, находилась в очень плохом состоянии. Будет сначала откапываться и укладываться сюда дренаж. И после этого уже сейчас завозится основание, по которому будет оно и здесь заведено, и здесь заведено. И, соответственно, уже после этого будет выравнивание, уплотнение и асфальтирование. Завершено благоустройство придомовой территории в районе дома номер 33 по улице Карла Маркса. Реконструкция проведена в рамках реализации краевого проекта «Тысяча дворов», инициированного губернатором Приморского края Олегом Кожемяком. Уже заасфальтирован проезд вдоль дома, пешеходные дорожки оформлены бордюрами. Расширена территория по просьбе жителей данного. Соответственно, сделаны парковочные места. Ну и площадь здесь большая. Значит, на данный момент не установлены лавочки, которые должны были здесь стоять. Но жители домов хотят стоять то ли в одной стороне, то ли второй. На данный момент к нам приходил производитель работы, было принято решение, что сначала созвать, скажем так, совет этого дома, и после того здесь будут установлены 7 лавочек около каждого подъезда. Только не одно, а все бы поставили. Иду, пока поднимусь, идти не могу, а сесть-то не на что. Отлично, значит, надо сказать здесь... Стояла здесь, было удобно. По программе «Тысяча дворов» также отремонтирована придомовая территория в районе дома 1 и 3 по улице Адмирала Угрюмова. Произведена замена дорожного покрытия, установлены лавочки и урны. Данный объект сдан в срок 1 июля. Понятно, что во время проведения дорожных работ водителям и пешеходам приходится мириться с временными неудобствами, но ждать осталось недолго. Подрядчики обещают закончить все ремонтные работы на территории Зато-Фокино к осени.